И вновь всем привет, зрители и подписчики канала. Продолжаем мы прохождение Сомы. Фух, ну что ж, и теперь нам нужно спуститься вниз, дабы там поактивировать все, что нужно. Понаходить все, что нужно. И в итоге снять с карантина корабль, который нас доставит к ковчегу. И судя по звукам, внизу все плохо. Так, ну спасибо хоть за автосохранение. Да, как-то мне не хочется тут быть, но надо. Hello. Кто-нибудь живой есть. Так, я думаю, тут свет лучше вырубить. What the fuck? Интересно, они свет видят? Конечно, не хочется экспериментировать. Fuck, 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 fuck. Так, мне тут надо все исследовать. И даже если тут находится это чудище, то ничего не поделаешь. Твою мать. Какого хера ты сюда идешь? Так, ну вот мы и дошли. Так, отлично, маршрутизатор. Тихо. Я мужик, я вытерплю. Да ё-моё, сколько мне еще ждать? Вы специально, что ли, заставляете меня находиться тут рядом с этим нечто? Давай, давай, 10 секунд, это вечность, это целая вечность. Фак! Так, время вышло. Фак. Что происходит? Я же ушел от него. Фу. Ё-моё, это что ты такое?
Что за приколы? Фак! Ого. Не, я так и думал, что рано или поздно мы попадемся этому чудищу. Так, все, теперь нам плохо. Очень плохо. Но я думаю, после второго такого удара нам не жить. Так, значит, я понял, нам нужно провести правильно эту операцию, да? Уйди отсюда. Да ну ё-моё! Да ну вы издеваетесь, что ли? Фу. Да я понял, что я умер. Отличное начало серии. Фу ты ё. Капец. Так, значит, получается, я так пока и не понял. То есть, когда время уходит, нам нужно рычаг этот обратно повернуть. Потому что, когда время уходит, пишет ошибку. Ладно, фиг с тобой. Давай посмотрим, что у нас находится здесь. Поешь налево. Ты еще живое? Но убить тебя я тут не вижу как. Ё-моё, это капец. Значит, в итоге нам нужно все же пойти именно в эту дверь и там все сделать. Я понял. Ну что ж, ребята, давайте, я думаю, поставлю на паузу, и когда я включу, собственно, все, что там нужно, продолжу запись. Так, вы все уже видели, что там происходит, поэтому бестолку будет все это записывать. Ну. Если что, в комментариях меня осудите. Ну да ладно. Так, да, как я и думал, нужно было рычажок-то повернуть. Все, сервак работает. Отлично, теперь пора отсюда сваливать. Фу. Лишь бы получилось свалить. Так, ну тебя нафиг. Дайте мне убежать. До свидания.
Так, всем пока, я пошел. Фух. Да, в итоге я оказался прав. Нужно, когда идет время, просто рычажок обратно повернуть. Да. Ну что ж. Теперь-то, я надеюсь, у нас все заработает. Так, сори, не нравятся мне эти звуки, однако, что там снизу идут. Так, с автосейв. Автосейв это не к добру. Так, там мы уже везде были, то есть там больше ничего полезного нет. Возвращаемся обратно сюда. Так. На всякий случай. Так, стопэ. Так, нет, тут мы все видели. А, все, я понял. Да-да-да-да-да. Я ошибся. Уже нам надо в другую сторону. Ошибочка. Вышла маленькая ошибочка. Нам же ж нужно пойти компьютером. Так, это у нас где? Так, тут мы были. Ну да, на это не тут, а вроде бы нам сюда. Капец, мне уже так стрёмно стало. Фу. Go ahead, plug in that chip you found. На всякий случай. Такс. Раз. Два. Гнездо первый чип, загружаются данные. Гнездо второй чип. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Такс, кто может знать код доступа? Сказал, что поможет доставить ковчег. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Нужен кто-то из группы охраны Теты. Такс. Ван Брэндон. Беженец. Не то. Бас Робин. Камареби Мэгги. Волчик Хизер. Питер Страски. Костер Элис. Ладно, давайте всех попробуем. Я так не понял, кто из них кто. That one won't work either. Look for security people like Kronstedt or Strohmeyer. Стромер. No, I don't think so. Strohmeyer recruited people from the evacuated sites. They should also know the cipher, if you can find one of them. Так, значит, Волчик Хизер типа подошел. Ладно. Okay, try actually reading the info and then pick one. Да ну я читаю, а что? Что тут еще? Что? Что? Я не вижу, что тут такого должно быть написано, чтобы я понял, что это оно. Если что, мне в комментариях напишите. Может, я просто сейчас невнимательный из-за того, что мне стрёмно. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan.
Use the computer to activate the simulation. Так, отлично. Загруженные данные. Ван Брентон. Среда. Ничего. Модуль поддержки нет. Так, модуля нет. Не, среда, ничего. Пляж, лыжная база. Так, ничего, что. Ну. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Хорошо. Давайте пляж. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Thaden needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Ладно, лыжная база. Последний пункт, который нам доступен. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. It's not for me. I'm trying to save the Ark. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in! Да шо ж ты такой бешеный? I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Зашибись. Ну ты бешеный псих, однако. Честное слово. Просто бешеный. Значит, нам нужно какой-то модуль, походу, найти. То есть это не подходит, да? Значит, пляж и лыжная база это не катит. Так, кстати, чип со сканом. Хорошо, значит, это будет вставлен. А нам, получается, надо какую-то новую среду найти. Только, если честно, я так и не понял, что нам... Куда применять-то? Так, журнал сканирования для проекта Ковчег. Так, ну это единственное, которое тут лежало. А где нам еще среду-то взять? Прискорбно. Да. Зашибись, однако. Нам.
Вот это зашибись, я попал. Так, ну тут же больше ничего нет, все сломано. Damaged. Broken. И как мне в таком деле теперь? Где мне искать-то теперь? Обалдеть. Вот это попадос. Я бы даже сказал, полный попадос. Все сломано. Хорошо. Что ж, придется походу опять ставить на паузу и выяснять, где тут что и как. Так, да. Я перешел в другую комнату. I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Так, да, кстати, тут я и не был еще. Так. David Munchie. How did this? What is this? What is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Итак, мы наконец нашли материалы про себя. Дата сканирования 2 мая 2015 год. Исследователь Дэвид Мунши. Имя Саймон Джаред. Пол мужской. Дата рождения 31 июля 1989 года. Дата смерти 1 июня 2015. То есть 2 мая нам провели сканирование, а 1 июня мы умерли. Все-таки наш главный герой умер от болезни мозга. А наше воспоминание, или точнее сказать сознание, осталось в той машине, в которой, собственно, проводилось данное сканирование. Прикольно. Ну что ж, давайте послушаем аудиозаписи. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real.
I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Да. Вот такие вот дела. Вот мы и послушали все про себя. То есть наш главный герой был жив, но в итоге помер. А наше сознание сохранилось в машине. Не знаю, зачем я это сделал, ну да ладно. Про себя уже все равно послушал, так что... He's dead, Cat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, I'm sorry. Not from you. Well, thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah, let's go. Да, я готов. Я на все готов. Данные удалены. Теперь надо разобраться с тем психом, который не хочет нам говорить код. Так, что же ему понравится? Окружение, пляж, лыжная база, это ему не хочется. Понятно. Ну что ж, давайте скопируем на чип. Так, лыжная база его не устраивает. Так, а удалить можно? Нет, не удаляется. Прискорбно. Так. Данные повреждены. Версаль тоже не дается. Значит, здесь нельзя. Нельзя. Пляж нам уже не нужен. Так, это... Хорошо. Все, что мы смогли передать, это комнату сканирования. Ну, посмотрим. Поможет ли нам это или же нет. Congratulations, Mr. Wan. The scan was successful. Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. No, it's okay. I promise. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. Что ты законченный псих, блин, я тебя, честно, я бы тебя убил бы. Честно, блин, как только я, честно, ты мне скажешь пароль, я твой чип разобью нахрен об стену. Я, конечно, понимаю, что мне это здесь сделать не дадут, наверное, но все же. Капец, ну конченый псих, елки-палки. Так, ну тут некуда шов вставлять и смысла нет. Ладно, может я что-то пропустил. Такс. Я могу это удалить?
Да, файл уже есть на чипе, я знаю. Передача запрещена. Да вы издеваетесь. Такс, прискорбно. Значит, тут не... Так, стоп. Ага. Блин, я не знаю, а? Что делать-то? Может быть, не надо было сразу такие радикальные меры принимать? Давайте искать новый компьютер, где мы можем еще что сделать. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Да. Так, и в итоге наша дамочка попросила получше узнать этого Брэндона Вана. И я понял, что нужно зайти в его комнату. И теперь она нам открыла дверь в его комнату. Теперь сейчас будем более подробнее его узнавать и попытаемся его... If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Да, теперь попытаемся его разузнать. Все, что он любил, все, что он знает. Да, в итоге он нам рассказал то, что нужно. Q. Такс. Брэндон, мне все еще не по себе от мысли о сканировании. Все вокруг ведут себя так храбро, улыбаются, будто ни о чем не жалеют. Помнишь, ты говорил, что можешь держать меня за руку во время сканирования? Если предложение все еще в силе, я его с благодарностью принимаю. Если мы сделаем это вместе, то и головные боли потом будем переживать вместе. Говорят, что они продолжаются еще пару дней. Целую, Элис. A letter from someone named Alice. They were together during the scan. You know her? He was close with Coster. I would not have expected that. Can we use that somehow? Keep looking. Да понял, сейчас посмотрим. Так, понятно. Так, что-то еще помимо компьютера полезного? Тут нет. And I'll borrow to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom.
I didn't know you could date a mime. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. И тишина. Хорошо, теперь давайте изучим его компьютер. Так-с, 14 августа 2103 года. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гоей и Крия сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немного задержится. Вот сумасшедший. Я горжусь своей работой, но, черт возьми, тут все пошло наперекосяк с тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. 25 августа. Мы с Элис прошли сканирование для ковчега. Строумейер сказал мне, что головная боль будет чуть ли не смертельная. Вот козел. Сначала все было нормально, но через пару часов голова просто затрещала от боли. Но хуже всего это Чун. Она иногда на меня так смотрит, что прямо передергивает всего. 7 октября. Строумейер вышел из себя и запретил сканирование для проекта Ковчег. Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования, прямо в кресле пилота. Что-то мне подсказывает, что скоро коды доступа сменятся. 15 января 104 года. Мне только что рассказали, что группа Камароби отправляется на Дельту, чтобы забрать Акерса. Он живет там один уже несколько месяцев. Даже не представляю, чем он там занимается. Ну, чем он там занимается, мы с вами видели. Точнее, занимался, если быть точнее. Так-с. Теперь нам наверх. Ну что ж, посмотрим, получится ли сделать наши дела. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Ну что ж, попытка не пытка. Так, комната сканирования. Поехали. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chun just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay, it's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Luoff. Brandon. Goodbye. What do you mean? No, wait! That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Так, и теперь у нас есть выбор. Либо же убить его окончательно и стереть данные, либо же отключить. Ну, я не такая сволочь. Конечно, да, я обещал, что я разобью об стену его модуль. Но все же я так поразмышлял и понял, что в такой бы ситуации я бы тоже был бы не в себе. Ну, не до такой степени, но все же. Поэтому... просто отключим. То есть, данные я не стер, просто отключим. Логично? Логично. То есть, данные его на месте, только в отключенном виде. Так-с.
и забрать уже с собой я их не могу, дабы потом применить в ковчеге. Да, не берется. И обратно уже не вставляется, так как толку от этого нет. Ну что ж, данные на месте. Я их не удалял, поэтому я молодец. Хотя, конечно, в такой ситуации надо было их удалить, но ладно, неважно. В комментариях осудите меня, правильно я сделал или нет. Опа. Чё-то мне это тут не нравится, что поднялась эта дверь. Ладно. Ага, пролезть мы не можем. К сожалению. Но то, что она поднялась, меня пугает. Есть чуйка, что сюда может пролезть или уже пролезло что-то не очень хорошее. И мне от этого ой-ой-ой-ой. Так. Вот так вот будет логичнее. Автосейв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не к добру. You're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Gee, Simon, some thoughts are better left alone. После того, как мы закончили, все стало еще более жутче, чем было. А ну-ка. The real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Ну что ж, за собой двери закрыли. Пора двигаться дальше. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Такс, она нам что-то не договорила, если вы поняли, что-то там не так. И чувствую, что когда я спущусь, я пойму, что там не так. Но давайте уже спускаться, мы с вами будем в следующей серии. Я думаю, это будет логичнее. А я пока немножко передохну и продолжу запись. А на сегодня все, всем пока-пока.